Сразу после открытия детского сада временно исполняющий обязанности главы Чувашии встретился с педагогическим сообществом. Как в республике будет развиваться дошкольное образование? Далее. Встреча с педагогами в формате открытого микрофона. Временно исполняющий обязанности главы республики отметил, что реализуя программу развития образования, местным властям важно наладить обратную связь. Елена Кадирова, которая и сама руководит детским садом Вальгешево, рассказала о проблеме нехватки мест в микрорайоне. В очереди стоят еще 500 детей. Несмотря на то, что по городу во многих дошкольных учреждениях уже принимают детей с полутора лет, у нас в дошкольном учреждении по поселку Альгешево еще трехлетние детки не охвачены дошкольным образованием. Проблема должна решиться в ближайшее время, отметил Олег Николаев. В Альгешево и еще в 5 микрорайонах столицы уже намечено строительство новых детских садов. Немалые суммы направят и на ремонт дошкольных учреждений, возведенных в советские годы. В планах масштабные работы. Было 400, еще добавляем 116 миллионов рублей на реализацию тех задач, о которых вы говорите. Это вот как раз ремонтные работы тех детских садов, которые функционируют сейчас, с тем, чтобы их привести в более современный вид. Но предусматривая средства на капитальный ремонт, в правительстве региона учитывают и другие статьи расходов. Возможно ли, Олег Алексеевич, все-таки рассмотреть финансирование детских садов на приобретение игрушек и основных материальных средств? Ну, эту задачу давайте будем ставить тоже, как и все остальное. Получается 116 плюс 2640, получается почти 160 миллионов рублей. Это как раз на содержание детских садов добавлено. И это вот как раз та статья, в том числе, скорее всего, о чем вы говорите. Давайте там внимательно посмотрим, как правильно их использовать. Воспитание дошколят. На первый план выходят инновационные методики. Детские сады Чебоксар каждый год становятся обладателями грантов. В продвижении неординарных проектов правительство региона готово прийти на помощь, подытожил Олег Николаев. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов и Павел Редков. Республика.